Мэр Вологды Сергей Воропанов вместе с представителями УК совершил рабочий выезд по уборке города. Снег с улиц убирает компания «Магистраль». С начала сезона было вывезено 86 тысяч кубометров снега. По словам представителей подрядчика, главной проблемой при уборке городских улиц по-прежнему остаются припаркованные в неположенном месте автомобили. При уборке снега на городских территориях они, в принципе, стандартные. Да? То есть самое главное, что мешает качеству современной уборки, это припаркованные автомобили, потому что днем вывозка снега идет не очень интенсивно, так как это нецелесообразно, и это будет мешать движению транспорта. Вся основная работа идет ночью. Ночью улочки не широкие, особенно центральная часть. Парковки, вот как вот здесь вот проблемы, да, то есть они заняты автомобильным транспортом, и, соответственно, прибирать их крайне проблематично. Проблему автомобилей, мешающих уборке, отметил и мэр Вологды Сергей Воропанов. В частности, это касается грузовых машин, которые занимают обочины улиц. Было предложение, значит, ограничить, ну, разработать порядок въезда грузовых автомобилей на территорию города, для того, чтобы не мешали убирать, для того, чтобы не создавали нагрузки в часы пик. Вот поэтому в рамках нашего муниципального проекта по безопасности дорожного движения этот вопрос будем обсуждать. Основной целью рабочего выезда стал контроль за работой УК, осуществляющих уборку дворовых территорий. Всего в этой работе задействовано 83 организации. Основные претензии к УК касаются несвоевременного вывоза снега. Чаще всего куча образуется у выездов из двора, что мешает обзору автомобилистов. При выезде из дворовых территорий, при выезде из второстепенных улиц на магистрали, это ограничивает видимость и создает аварийную ситуацию. Вот сейчас посмотрите, высота кучи там почти 2 метра и здесь, и слева, и справа. Мы сами своими руками создаем аварийную ситуацию, но такого быть не должно. Кроме того, с куч снега часто катаются дети, что создает потенциально опасные ситуации. Помимо этого, качественной уборки во дворах мешают и сами жители. Речь идет о так называемых подснежниках, брошенных или бесхозных автомобилях. В некоторых местах машины действительно убраны, и видно, что чистится. Где-то много очень подснежников, которые стоят под завалами и оставляют. Вплоть все стали оставлять даже прицепы от легковых автомобилей. Во время выезда мэр Сергей Воропанов также обратил внимание на эту проблему и попросил вологжан быть сознательнее. Вот так общим имуществом распоряжаются, общей территорией распоряжаются некоторые собственники, к сожалению. А потом сами же жители высказывают претензии и в адрес администрации, и в адрес управляющей компании, что территория плохо убирается. Поэтому здесь должна быть совместная работа не только управляющей компании и компании-подрядчика по уборке улиц, но и собственников. Всего с начала января во дворах Вологды было зафиксировано порядка 150 нарушений правил благоустройства. Примерно по половине из них еще ведется работа по устранению. Мы договорились с административным департаментом, что первый раз предупреждаем, даем 3 дня на вывоз снега и дальше начинаем привлекать к ответственности. Большое количество управляющих компаний заключили договор об информационном обмене с нашим центром городского управления, но есть компании, которые не хотят отвечать на и реагировать, оперативно реагировать на просьбы наших жителей. Поэтому мы усилим работу по этим управляющим компаниям с точки зрения проверок уборки территорий. Добавим, что если вологжане недовольны тем, как работает УК, то могут обратиться в ЕДДС по телефону. Кроме того, сообщение о некачественной уборке снега можно направить в Центр городского управления через сервис «Вологда в порядке». Павел Антонян, Михаил Протасов, Вологда РФ.